В Набережных Челнах ищут трех подростков. Все они пропали в разное время и при разных обстоятельствах. На связь с близкими и друзьями они не выходят, и об их местонахождении ничего не известно. Поиски также результаты не дали. Подробности далее. 16-летняя Юлия Глоба ушла из дома 11 июля. С тех пор на связь с родными она не выходила. По словам близких, никаких предпосылок к такому исходу не было. Девушка ни с кем не ссорилась. Ее бабушка Людмила Скобелева каждый день смотрит в окно в надежде увидеть знакомый силуэт. Есть информация, что Юлия уехала в другой город с молодым человеком. Каждый день живем, каждый день молимся. Он во всех комнатах все. Зовем ее. Юлюшка, если тебе трудно, приходи и разберемся. Мы же ее любим. И дедуля любит, и бабуля любит, а мама вообще ничего. Это единственная дочка. Кроме Юлии Глобы, в Челнах ищут еще двух подростков. Они пропали накануне. 16-летний Денис Каптрафиков находился на лечении в КДМЦ, откуда сбежал. А 14-летняя Ксения Васильева ушла из дома после ссоры с мамой. Неоднократно систематически, которые девочку уходят по территории автозаводского отдела, тоже 14 лет. Она у нас уже в последнее время только 5 раз уходила. То есть мы ее найдем, я думаю. Только за первые 7 месяцев текущего года из дома сбежали 20 несовершеннолетних челнинцев. Некоторые совершают побеги повторно. Основные причины ухода ребят из семьи – это конфликт с родителями или первая любовь. Также существует такая категория, как бродяги. Эти ребята неоднократно убегают из дома, могут воровать деньги у своих родителей, а затем путешествовать по всей стране. Полиция обращается к горожанам с просьбой оказать помощь в поиске пропавших ребят. Информацию о подростках можно сообщить по телефонам 37 92 38 или 02. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, Челны 24.